демонстрации своего творческого потенциала готовится Курумканский район. Курумканский район является одним из красивейших мест нашей республики. Это самая северная точка нашей Бурятии, справедливо считается одним из перспективных туристических зон Бурятии. Великолепная природа с причудливым сочетанием ландшафтов и природных зон. Курумканский район – это древняя страна Баргуджин-Такум. Здесь повсюду остались следы смешения веков и народов, быта, обряда и верований. В титулизованной композиции «Энелда Хурумхамни» принимают участие представители народных театров, эвенкийских, бурятских, фольклорных, хореографических, вокально-хоровых коллективов района. Основная тема композиции – «Через века и гул времен, пронесшие свои дружбы народы, живут на этой священной земле Баргуджин-Тукум». Встречайте на сцене Курумканский район! Приветствуем! Продолжается сага времени, стирает время письмена и звуки древних языков. И что такое гул времен? В остывшем пламени племен, хранящих тайну родословной. Орды Морка Санха, Угасатин Явилка, Ужун Нурят Нитакха, Ургын Халвара Олилка. Алалво девачав, дютки суруге, мунни баргу, бира ая алламотного митту бучез, таргарин кэннадем синду. Иду мне алмимнил, окинду нугартын, экун оран. Нугартын кэтта алалво девачатын бире, тарит алгинишатын. Экал баргадина. Мунни амалгил сот, садири аламимнил. Эрда мадире. Эмма ая, аламатна беги. Бэртэл мигини! Yeah.
сатыненера дежин юргыжа явышта. Харгыш хода сыха айом бэй. Могар явха аргылы бэйну гэтча. Шел долгий